Капитан, слышите меня? Капитан Рейс, сейчас очнись. Вот так, матрос. Открой глаза. Я Феррон, капитан Тигра. Пульс стабилизируется. Состав крови в норме. Это Брайант Линк, он санитар Тигра. Где Итан? Здесь, сэр. Вы в челноке Тигра. Я возвращаю вас на возмездие. Корабль. Мои люди. Корабль в надежных руках. Помогите ему. Возмездие здесь. В целости и сохранности. Кто связался с вами? Лейтенант Солтер. Она запросила у адмирала спасателей. Но он счел спасательную операцию слишком рискованной. Рейнс не одобрил эту идею. На войне нет друзей, Рейс. Может, я поступила эгоистично, но я не хочу прорываться отсюда одна. Я отправила пилота и двух наблюдателей на ваши поиски в район аварии. Как мы рассчитали радиальную скорость? Гравитационное сопротивление и, конечно, удача. Руки Итана пришлось разжимать. Они примерзли. Он до конца защищал капитана. Ты герой, Итан. От безысходности, капитан. И к тому же скромный. 5 секунд. Спасибо, Феррон. Вы спасли нас. Мы с вами связаны, капитан. 50-процентные потери недопустимы. С возвращением, капитан. Мы даже и не надеялись, Феррон. Рассчитанный риск, лейтенант. Я возвращаюсь на Тигр. Нас ждут дела. Осторожней с ним. Капитан, я сам могу о себе позаботиться. Итан, иди к Мак, пусть проверит тебя. А как же вы, сэр? Обо мне не волнуйся. Иначе не умею, сэр. Солт, я знаю, ты... Ты готов? Всегда. Экипаж ждет вас, капитан. Пошли, Рейс. Капитан на мостике. Сэр, адмирал Рейнс на линии. Рейни времени теряет. Давайте. Люки задраены. Рейс, чертовски рад видеть, сынок. У меня есть секретная информация только для тебя. Свяжись со мной из своего кабинета. Есть, сэр. Связист. Соедините адмирала с кабинетом капитана. Есть. Соединяю. Слушаю, адмирал. Новые данные об атаке на систему АТИС. Мы провели полное обследование агента СДФ, известного как Рая. У пленника обнаружено вживленное устройство. Транспондер до сих пор работает. И что он передает? Разбираемся. Кстати, я сообщил Солтер о ситуации, требующей твоего внимания. Война в разгаре, капитан Рейс. Поражение невозможно. Отбой. Защищенное соединение прервано. Благодарю вас. Рейс, подробные данные у тебя на терминале. Или возьмем другое задание. Это секретный инструктаж, касающийся военнопленного, захваченного в Женеве. После того, как против нашего флота применили АТИС, оперативник, известный как Райя, попытался уничтожить всю систему. Это могло лишить Землю защиты от воздушных атак. На данный момент неизвестно, может ли система быть уничтожена из другого места. Буду держать тебя в курсе всех изменений. Конец связи. Сегодня фронт начнет великий поход. Здесь и сейчас мы положим конец власти и влиянию ненавистной земли. Наш мир только рождается.
Их мир умирает! Мы вырвались на свободу, а теперь вырвем их с корнем! Сегодня их города сгорят вместе с их историей. Марс вечер. Тут были гости из бюро огнестрельного оружия. Не слышал? А что случилось? Наши предприимчивые русские братья провернули небольшую сделку со своими канадскими друзьями. Показательный хоккейный матч с распродажей армейских излишков. Незаконно. До крайности. Флот подключил бюро. Устроили проверку. Небось, все вверх дном перевернули? Они были здесь меньше 5 минут. Бегло проверили имущество и попросили подрегулировать свои пушки. Шапку вот подарили. Отлично. Оружие, алкоголь, табак. Было время, когда виски, сигареты и кольт можно было купить с одного прилавка в одном магазине. Старые добрые времена. Я опять убеждаюсь, что поздно родился. Тоскуешь по Дикому Западу? По Дикому Востоку. 9 век, Китай, династия Тан. Изобретение пороха. Вот это мое. Ты знаешь историю? Делал в 6 классе доклад для мисс Трилскотт. Какая была училка. Строгая, но с достоинствами. И что ты получил за тот доклад? 3 с минусом. Специально писал карандашом. Наказанием был 1 час дополнительных занятий с мисс Трилскотт. Добился своего. Мне нравилось в школе. Однообразная муштра по 6 часов в день. Звучит знакомо. Ходить в ногу, носить форму, соблюдать правила. Командный дух и немного порядка. Что может быть лучше? Армия не стадо овец. Нет, конечно. Но любой механизм состоит из... Обновлена и готова к использованию, капитан. Тигр отправляется. Хорошего полета, Феррон, и удачи. И вам, капитан Рейс. Стратком поставил новую задачу в районе Меркурия. Кроме того, доступно еще одно задание для пилотов. Эй-Джеки СДФ заправляются на Титане. После боя с участием Олимпа они нас не ждут. На нашей стороне фактор внезапности. Ударим по ним. Именно так. Постарайся на сей раз держаться вместе с нами. Ты целую минуту пробыла, капитан. Это не мое. Жаль, а я уже хотел тебя повысить. Не смей. Я буду направлять вас в воздействие. Во время доставки брони возможности кораблей ограничены. Главная угроза — шустряки и эй-джеки, находящиеся в воздухе. Принято, Итан. Фронт почти выбил нас отсюда. Хотите отдать здесь? Еще как, Итан. Принято. 1-1 в курсе. Принято. 1-1.